понедельник в Самарской области ясная погода без осадков. Температура днем 0-3, ночью 10-12 градусов с минусом. Ветер будет дуть восточный, юго-восточный со скоростью 2-4 метра в секунду. В Сызрани ясно и без осадков, днем -1 градус, ночью 11 ниже 0. Ветер юго-восточного направления 2 метра в секунду. В Тольятти ясное небо, днем нулевая температура, ночью 10 градусов ниже 0. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Самаре ясно, днем 2 градуса ниже 0, ночью -12. Ветер восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 72%. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.